проснулся Цунга. Уже Уилфред подает. У кого была сетка неприятнее? Здорово. Не так уж и подходит. Слишком долго летит мяч здесь. Цунга предпочитает такое покрытие, как трава или хард, где мяч летит гораздо быстрее. Слезы будут у всех, когда Гайли. Постоянно по... Слева по линии он переводит очень редко. В основном старается забегать под форхенд. На стенвар. В это время многое изменилось. Ну, у швейцарца тоже были провалы. Мы помним, как он блеснул на Австралиан Опен, когда впервые выиграл титул. Ой-ой-ой. УРТН в этом году будет вручать главный приз. Да, он однажды уже награждал. Пока из двух оружий, бэкхенда Вавринки и форхенда Цунга, чуть лучше работает бэкхенд Вавринки. Перед матчем показывали среднюю скорость полета мяча после вот приема второй подачи у Стэн. Наконец-то проход. Только не третья двойная, да? Попадает. Ой-ой-ой. Нельзя менять числевую форму. Даже если очень жарко. Ничего. Неужели Стэн настолько мягкий, что он так и не сможет собраться в этой встрече? У Мерки спросить на что.
посмотрим, зря он это сделал или нет. Пока. Нет, не зря. Чудо. У нас 1-1 по сетам, 2-3, Цонга уступает и подает в матче с Вавренкой. Клоны, ну, в общем, могут быть дожди. Ну, завтра все в порядке. На день финала никаких проблем. То есть ты хочешь сказать, что Джокович и Мары... Уже не так интересен матч, как интересна собеседница справа. Шведская блондинка. Продолжай. Держит победу на тайбрейке. И один ошибается, и второй. Эх, высоковато получилось. Вот сейчас уже. Пошел в длинные ошибки справа. 13 у Цанга, 22 у Вавренки. И все-таки Стэн Вавренка справился со всеми трудностями и вышел в финал. Вот, Australian Open 2014, победа там. Result of playing a lot more matches of late under these particular conditions, and I always like to say that precise preparation prevents poor performance. That is precise technique. That is straight out of the coaching manual.